Это не 20 минут второго дня, это как бы ночь. И вот меня укусило что-то за что-то, и я уже где-то час химичу. Мне лень было это все записывать нормально, потому что я тут вообще как бы спать собиралась, но что-то меня клюнуло. Но вот я решила все-таки немножко завидусить. Кому охота, прочитайте. А кому совсем охота, я это скину сие в свой травный групп. Ну, где еще и фотки будут? В посте. Тут у нас типа пивной шампунь. Я глянула в интернете, что-то у меня волосы вообще линяют дико. Да, тут этот гелик такой был, который в пустых баночках был. Тут у нас, по-моему, варенье малиново-смородиновое. Ну и, в общем, я так подумала, и у меня внезапно оказалось в холодильнике, наверное, полуторамесячное, закрытое, темное пиво Портер. Или Портер, хрен его знает. Но я так как думаю, что это с ним можно сделать, и вот решила делать шампунчик. Завтра тестирую какой-нибудь из них. А это вот у нас тут в основе полынь. 3 капли эфирного масла апельсинового. Кстати, забыла записать сюда. Я всю неделю ничего не пыталась записывать. Мне, откровенно говоря, как-то лениво было. Я еще тут простудиться умудрилась. И, видимо, у меня сейчас опять температура поднимается. Вчера было 37,2. 37,1 и как-то так. Может, и раньше было, но я не мерила. Да, кстати, вот та обезьянка, чтобы уж не записывать отдельный видос, посвященный этой обезьянке, хоть я вроде как собиралась, это вот 180 какая-то обезьянка из моей коллекции обезьян. Я про нее совершенно забыла. А тут что-то мне надо было черного чая заварить в какой-нибудь фигнюшке, в чашке. А хорошая такая фигнюшка, кругленькая, подаренная мне моей падрочкой, она у меня осталась на работе. В другом здании. А вот еще, которая была, она маленькая оказалась совсем. А вот это хоть и поменьше кружочка, но она побольше человечка. Хотя у меня есть еще и домик заварочный и какая-то ложечка вроде даже. Вот такая обезьянка. Она у меня тут в укропе лежит. Ой, ору-то будет. Ну, хочу сказать этим любителям в кавычках чистоты, забывших достать бревно из своих глаз, я сегодня убралась на кухне. Тут у меня, кстати, яблоко печеное с помидоркой. Ну, я забыла. Одно, в общем, я съела на завтрак, а второе что-то не влезло, оно так и лежит. Но думаю, что холодному яблоку ничего не случится, в смысле, в холодном виде его тоже можно есть. В общем, кажется, я ее не помню. Может, я ее на Али заказывала, может, на Light in the Box. Я даже не помню, сколько она стоила и в каком году это счастье было. Ну вот, может, у меня там по фоткам на странице ВКонтакте деньги есть. Такое вот. Ну, лапками держится за чашечку. В сложном виде. Обезьянка 180 какая-то. Если вы запомнили, сколько у меня было обезьян без нее в последней моей части видео, то скиньте в комменты. Тут вон хвостик. Такой видос мыльной обезьяньей. На 4 уж практически минуты. Тут у меня яблоки, яблоки, имбирь, лимон, укроп. Я собиралась эти яблоки сегодня порезать, посушить. В результате что-то вот меня укусило не туда. Жду вот, когда оно подостынет, чтобы можно было закрыть. А вообще, людей, вы там у меня кучу таких запросов оставляли от болтологического типа видео. Киньте мне там в комменты, что ли, вот вообще, на какие темы написать, записать. Там у меня розы бутоновые, бутончики роз, может быть, оживут и, может быть, зацветут. Хэппи. Я еще думала, может, опрос какой сделать, но опрос-то нам как бы вопрос, скорее всего, типа, что куда. А последний опрос у меня был насчет переписок, это общалась я там
некоторыми товарищами, некоторых, у меня на почте вообще 1020, наверное, писем, если не больше. И получилось так, что некоторых людей я даже уже не помню, кто это. А некоторые, ну, как-то говорить, сообщаешься и в реале, и в виртуале, а потом выясняется, что человек какой-то, скажем так, редиска. И я вот подумала, сколько там чел скажет «да, удаляю», кто скажет «нет». Ну да, конечно, лучше самой же думать, да? Ну, что-то вот я подумала, что, может, опрос решит мои сомнения, удалять или не удалять переписки. Ну так, в принципе, не, с некоторыми людьми я удаляю переписки. Так, в общем, наверное, и все. Покедова всем.